там была типа студенческая вечеринка, ну, на которой, соответственно, все студенты там выпивали, тусовались. И ко мне подошел чувак, ну, такой вот прям ботаник. И, ну, он подошел, спросил, как меня зовут. Я сказала, как меня зовут. И следующий его вопрос был, а какими компьютерными программами ты пользуешься? Компьютерными программами?